Живе Беларусь! Слава белорусскому герою Андрею Зельцеру, который боролся за свободную и процветающую Беларусь. И вот ЮНЕСКО выпустила фильм, можно сказать, промо-ролик о деятельности ЮНЕСКО в Беларуси, о том, какие архитектурные и другие обряды, культурные, такие ценности исторические сохранены в Беларуси при содействии ЮНЕСКО и многое другое. И как всегда, лукашенковский режим это все приписывает во благо, мол, ЮНЕСКО фактически сотрудничает с нами, вот мы легитимные, мы, мол, если ЮНЕСКО выпустил такой фильм, то это мы сохраняем все историческое наследие. А если вот вспомнить, недавно я записывал ролик по поводу Гомеля, где уничтожается шведское городище. На его месте будут строить 14 жилых домов, высоток. Вы вдумайтесь, историческое городище, которое пережило уже столько веков, просто уничтожится во время, когда супер-супер развиты технологии. Это просто трешат какой-то. Я считаю, что ЮНЕСКО надо выпустить фильм, как в Беларуси лукашенковским режимом уничтожается культурное наследие, не сохраняется. Это мое такое мнение субъективно. А ваше такое мнение напишите в комментариях.